Владимир Путин этим вечером приехал в Сочинский центр спортивной подготовки сборных и клубных команд «Югспорт». Президента в центре встретили прославленные спортсмены и чемпионы, а также дети разных возрастов, которые ходят туда тренироваться. Спортсмены обратились к нему с просьбой. До Олимпийских игр осталось 1,5 года. Для мотивации хотим, просим вас наградить всех чемпионов и тренеров государственными наградами. Хорошо. Это большой труд. Большой труд, да. Большая ответственность, особенно когда выступаете на международных соревнованиях. Миллионы людей за вами смотрят, надеются на ваши успехи, на ваши результаты. И я знаю, что спортсмены вообще российские, борцы в том числе, отдают себя целиком на ковре, на татами, на ринге. От нас зависит, все от нас зависит, мы будем делать на ковре. И вам спасибо за поддержку. Вам спасибо за результат. А после Владимир Путин принял участие в тренировке. Переодевшись в кимоно, президент вышел на татами. Во время разминки спарринга, когда спортсмены выполняли различные приемы и броски, Путин отработал в паре с несколькими олимпийскими чемпионами. После он заявил, что дзюдо помогает ему улучшить настроение и смотреть на мир без розовых очков.